когда мы избавимся от русских в Украине, тогда да, давайте собирать деньги на гуманитарку. Мы сегодня видим сегодня предательство нашей страны. Государственную измену. Это невероятная честь. Если я когда-то смогу встретить президента лично, просто я буду носить в моем небе честь, это будет невероятная честь для меня. Сильва, бля, живо при, а век плезир. Толку его сжигать, когда ты по бумажкам все равно российский гражданин. Да ты ведьма! У меня была идея избавиться от российского гражданства, попросить украинское. Ну, вы знаете, как это происходит. Нет, не снимай пакет. Вот так хорошо. Я очень сильно хочу. Спасибо огромное за предложение. Срамота!